Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе новый клиент. И вот такие ручки здесь. Все ничего, все обычные ручки. Единственное, вот на ногте большого пальца вот такая ситуация. Это она сама себе когда-то содрала покрытие, и ноготь вот так вот отрастает. От кутикулы видно уже отрастает нормальный здоровый ноготочек. Но там, где покрытие было содрано, ноготь прям такой вот рельефный. А так, в принципе, обычные ногти, обычная кутикула характерны для клиентов, которые не умеют сами себе делать маникюр в том виде, в котором мы привыкли его видеть у мастера. Поэтому ничего такого прям сверхъестественного нет. В принципе, когда и я не умела делать маникюр, у меня были точно такие же ручки. Первым делом я опиливаю торец, выравниваю его и убираю глянец натурального ногтя. Нужно хорошенько зашлифовать поверхность, чтобы она стала матовой. Далее отодвигаю кутикулу, открываю подкутикульный карман и фрицой выполняю маникюр. Здесь я решила не ускорять видео, так как знаю, что вам нравится наблюдать за маникюром в режиме реального времени. Я фрезу сначала прохожу по ногтевой пластине, убираю остатки псириги, и теперь щечкой фрезы двигаю непосредственно с упором в кожу, открываю подкутикульный карман, вычищаю его, прочищаю, убираю все махрушки, шлифую кожу изнутри и приподнимаю для среза. Я работаю с приключением реверса, поэтому когда слева меня будет все устраивать, в режиме реверса я точно так же проработаю правую сторону. На ногте среднего пальца по правой стороне в основном у всех клиентов, у большинства клиентов огрубелая кожа. Это за счет того, что часто пишут ручкой или писали ручкой в студенческие годы. Поэтому здесь ничего такого, просто подольше нужно поработать, чтобы подольше и потщательнее, чтобы хорошенько все вычистить. Одного лишь маникюра достаточно, и сразу ручки становятся опрятными и такими вот приятными на вид. Ноготь, на котором есть дефект, на котором есть травма, тоже нужно зашлифовать, тоже нужно убрать с него весь глянец. Там, где можно достать, это я делаю пилочкой, но, конечно же, во все вот эти вот ямки пилочка не залезет. Кстати, работаю очень аккуратно и осторожно, так как ноготь истончен, вместе с покрытием содран и натуральный ноготь. И клиентка моя готова к вопросам в комментариях, типа, ой-ой-ой, как же так можно ходить, зачем так делать? Ну, вот так вот получилось, вот так вот случилось, и вот так вот она ходит. Говорит, ничего страшного не произошло, жизнь моя не переломилась. Конечно, неприятно, но вот так вот случилось. Говорит, знаю я, что есть всякие комментаторы, которые любят указать на дефекты, на недостатки в руках, в пальцах, в ногтях. Говорит, абсолютно пофиг к этому отношусь, к такому рода хейту. Так что готова и ждет его с нетерпением. На подготовленные ногти я наношу праймер от Космопрофи. Это кислотный праймер. Я редко использую кислотный праймер, в основном покрытие и так хорошо носится, но есть руки, в которых я не уверена. Это влажные руки, или вот, например, сейчас у меня новая клиентка, я не знаю, как у нее будет носиться покрытие, поэтому на всякий случай я перестрахуюсь и использую кислотный праймер. Но лишний раз без надобности использовать кислотный праймер не нужно. Не нужно каждый раз пересушивать ногти. Я, повторюсь, использую только в том случае, если я не уверена в руках, не уверена, что будет хорошо носить покрытие. Нанесла грунтовочный слой каучуковой базы. В
втираю материал в поверхность, также хорошенько наношу базу на ноготь с деформацией, особенно тщательно прорабатываю во всех этих углублениях, чтобы там база тоже легла, чтобы она образовала прочное сцепление с ногтевой пластиной. Далее нужен полигель. У меня Soft White от Cosmoprofi, это молочный полигель. Этот молочный полигель я наношу в форму и делаю свободный край. То есть, по сути, я не выстраиваю архитектуру ногтя сейчас, я просто достраиваю свободный край по типу, если бы я подставила бумажную форму. На ноготь, где у меня деформация, я еще в эти углубления кладу, помимо того полигеля, который в форме, еще капельку маленького полигеля, чтобы у меня не оставалось там пустот, чтобы мне хватило полигеля закрыть все это пространство. Ну и теперь опил, она захотела зауженные квадраты. От точек в рост немножко заужаю к свободному краю и выравниваю торец, выравниваю боковые линии и немножко прохожу пилочкой, чтобы сгладить переход от натурального ногтя к искусственному покрытию. Вот такой зауженный квадрат получился, смотрится намного изящнее, чем просто квадраты. Далее, дизайн. Клиентка выбрала 495 оттенок от Cosmoprofi. Наношу этот цвет на торец, на край, где-то на половинку ногтя от края, и делаю кистью гребешок, растяжку вверх. Будет растяжка под укреплением гелем, то есть особо тут выводить градиент не нужно. Все это дело, все эти недостатки скроются под укрепляющей капелькой геля. Вторым слоем я просто добавляю более плотный оттенок на торец. Далее нужен гель Milky Pink, это молочно-розовый гель от Cosmoprofi. Да, у Cosmoprofi есть целая линейка молочных гелей, молочно-розовый, молочный и еще другие оттенки. Ну и, конечно же, чисто молочный, так что выбор есть с чего, и все эти оттенки очень нравятся клиентам. Когда постоянно делаешь молочный-молочный, тут бах, молочно-розовый, ногти смотрятся совершенно по-другому, клиенты рады, ну и в то же время вот эта вот нежность молочного оттенка сохраняется. Делаю укрепляющий слой, наношу капельку материала, распределяю по поверхности, тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле и к бокам, убираю материал с торца, чтобы там он лежал тоненьким слоем. Ну и, собственно, отправляю в лампу. Теперь дизайн. Этим же цветом я рисую такую кляксу, это типа бутончик будет. На непросушенный гель-лак выставляю вот такие вот белые хлопушки, не знаю, как это называется, камифобуки, хлопушки, уже как только их не называли. Здесь такие средние шестигранники и совсем мелкие белые точечки. Выставляю по типу это цветочки. Далее просушила, перекрываю еще раз цветом и по непросушенному цвету поверху еще выставляю вот эти вот белые штучки. Получается, что первый слой у меня закрашен, они розовенькие, а вторым слоем эти штучки остаются чисто беленькие и создается такая вот иллюзия бутончика. Зеленым цветом я добавляю листья своему бутону. На ногтях, где просто градиент, я наношу тоненьким слоем базу и креплю к уголочку немножко этих штучек беленьких. Осталось прикрыть все ногти топ. У меня Gloss Top Luminous, несменный топ летом, топ с содержанием OF-фильтров. Перекрываю все ногти этим топом и делаю небольшое выравнивание там, где я прикладывала свой декор. Он немножко создает объем и блик преломляется, поэтому небольшой выравнивающей капелькой топа я сделала ровный блик. Белой килькраской без липкого слоя я еще маленькие точечки добавляю на бутон и прорисовываю листики. Очень тоненько по самому краешку прорисовываю листики, чтобы придать им контур. Ну и напомню, какие ручки ко мне пришли. И вот такое покрытие мы получили. Яркое, летнее, сочное. Выполняется очень просто и быстро. Ссылка на интернет-магазин Cosmoprofi для вас в описании под видео. И там же для вас от меня промокод на скидку в 20%. Если вам понравился дизайн, обязательно жду от вас цветочек в комментарии. А у меня на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня.